Всем привет! Сегодня заправляемся на заправке ТЭН. Цена на бензин в Израиле меняется каждый месяц, может повышаться или понижаться. Но все эти колебания в пределах десятой части шекеля. Так, например, с 1 января цена на бензин в Израиле повысится на 8 агарот. Если машину заправляет заправщик, то литр 95-го бензина стоит 5 шекелей 60 агарот, литр дизельного топлива 5.66. Если заправлять машину самостоятельно, то литр 95-го бензина стоит 5.39 и литр дизельного топлива 5.45. И если расплачиваться не картой, а наличными, то стоимость бензина составляет 5.24. И плюс еще дают талон на бесплатную внешнюю мойку машины.